Собрались пойти погулять с Вивьен на машинке. Хотели съездить в Томори, но сейчас должны ребята приехать за мной. На ихней машине поедем. Только надо кресло Вивьенина туда перенести. Но мы сейчас посмотрим, что делать. Может, вообще на нашей лучше поехать. Просто раз он хочет кататься, пусть за рулем едет. И, наверное, это будет лучше и удобнее, чем сейчас кресло переставлять. Ему автомат не нравится. Если вообще куда-то поедем, потому что грязно чуть-чуть. Ну и Вивьен хочет. Вивьен хочет ехать. А в Калашине, кстати, снег. В Калашине снег, а тут, видите, дождик такой противный. Февраль месяц. Но вчера было очень тепло, там только что молния очень сильная была. Тут в феврале даже молнии, громы. О, слышите? Февраль, Черногория. Сейчас у нас температура. Температура плюс 11. Тепло. Черногории у нас. Мы вот едем, выехали полюбоваться видами. Едем в горах и по нашей любимой дороге. И вот можно обгонять. Вот. Короче, да. В прошлый раз я ехал тут километров 70 и выскочила коза. Вау! Вау, туман был. Тучка, конечно. Сейчас еще пару поворотов и будем спускаться. А, мы сейчас по плато должны чуть-чуть поехать. Здесь видишь, она, наверное, низко. Вау, чистота. Мы над облаками, мы выше всего. Да, над облаками. Вон стоит дальше, виду такой. Вот и виды. Вон там, вон. Там все. Ну, я вау, а вы едете. Николай, а я посмотрю. Вам судьба, как мне обычно, только на видео. Да. Круто, да? Вот мы приехали в Сутоморье. И тут чинят набережную. Вся набережная разбита. Просто серьезно разбита. И, короче, чинят ее. Вон там трубы разные. Наверное, сделают что-то хорошее. Если повезет. Да, вон, видите, все разбитое прям вообще. И все закрыто. Мы приехали погулять. И поехали все-таки на нашей машине. Правда, я забыл камеру, снимаю на телефон теперь. Вивьен уснула.